Дорогие друзья, мы продолжаем рассказ о замечательной библиотеке города Мочегорска. Есть на карте культурных объектов города Мочегорска точка, и она зеленого цвета. Почему? Потому что именно там расположена экологическая библиотека. Там очень яркий, небольшой, но креативный коллектив. У них всегда очень стандартные идеи. Но вот захотели они приучать детей к экологии какими-то другими способами, написали проект, стали победителями. И теперь уже детишки в течение 3 лет изучают экологию, создают экологические проекты при помощи в студии «Эко-кадр». Впрочем, что я говорил, вы сейчас все сами увидите. Итак, встречайте, экологическая библиотека города Мочегорска. Кто же никель здесь открыл?
всем руководил? Это был весьма известный русский академик Ферсман. Прибыли геологи с разведкой, ценную в горах нашли руду. Лось за ними наблюдал нередко, удивляясь тяжкому труду. Город Сицевы рядом поставили. Жить, работать был каждый готов. Комбинат стал убор, рассчитали место стройки по росе ветров. А зачем здесь комбинат? Мощь России укреплять, чтобы никель, медь давать, чтобы руду переплавлять. И тогда решили люди, в Мончетундре город будет. Но война, все нарушила она. Стали люди собираться, чтоб с фашистами сражаться. В школах госпиталь открыли. Здесь врачи бойцов лечили. Помогали медсестры. Было все у них непросто. Не хватало инструментов и лекарств, медикаментов. Люди сутками не спали, сотни раненых спасали. Для целебного настою собирали дети хвою. И бойцам кисеты шили, и одежду им чинили. Все могли и снег убрать, и концерт солдатам дать. Долгожданный мир настал, город рос и расцветал, воплощая в жизнь проекты новых улиц и проспекты. Здесь трудятся ударно герои металлурги и никель добывают из скользких горных руд. Свой город очень любят, делами прославляют, не требуя награды за свой нелегкий труд. Приезжайте к нам в город, туристы, посмотрите, чем он знаменит. Были здесь поэты, артисты, всех он тянет к себе, как магнит. Край, где гладь озерная повсюду, парк, природы дикий уголок. И везде бульвары, скверы, клубы, чтобы север стать теплее мог. Милый город заполярный, любит спорт и регулярно в нем проходят состязания, матчи и соревнования. В гости мончегорцы приглашают, скоро на город сверху посмотреть. Столько интересного вмещает город, обреченный не стареть. Символ города сахатый, здесь судьбу свою связал. С Мончегорском Мончеградом и взошел на пьедестал. Мончегорск, мой город милый, ты уютный и красивый, не найти нам места краше, ты любовь и гордость наша. Мочегорск, смотрите, рисовать.